Всем привет! Вот такое расстройство случилось с машиной. Полностью покрылась паутинкой. Вышла, хотела поехать. И вот такое расстройство. Говорят, что это, возможно, заводской брак. Даже не знаю. Хорошо, у меня каска. И каска как раз кончается через 11 дней. Сейчас ходили в полицию, взяли справку. Он сфотографировал. Вот даже не знаю, это заводской брак или все-таки что-то сюда попало. Полностью вот такая проблема. Теперь будем менять. Интересно, кто-нибудь сталкивался с таким? Все стекло в паутинке. Ну, правда, стояла теплая очень погода, было очень жарко. А я была в отпуске же, приехала, машина была нормальная. А через несколько дней хотела поехать, вышла, и вот такое случилось. Такое расстройство. Моя девочка бедная. Мы взяли, подписали в полиции заявление. И еще заодно сделали, чтобы вот тут они починили. Ну, закрасили. У меня тут царапинка. И вот здесь. А у меня еще каска такое. Вот тут небольшая вмятина. В общем, машинку обновила. Вот. Ну вот, это все, что хотела сказать. Чем поделиться. Здоровайся. Привет. Дальше расскажу подробности. Стекло осыпается, дверь закрыли, стекло стало осыпаться. Вот решили заклеить, пока примут ее по гарантии. Звонили в это лицо. Она нам сказала самим позвонить. А! Все рухнуло. Вообще дырка. Она нам сказала самим позвонить, узнать, примут ли машину на СТО, если с эвакуатором ее принесут. В общем, это такая морока. Я звонила, они не отвечают. Вот жду сейчас звонка мастеров. Ну, конечно, сомневаюсь, что они позвонят. В общем, ужас. Вот такая дырка образовалась. Хорошо, хоть была каска еще. Хотя с этим каском еще намучимся, наверное.